Ребенок пошел на тренировку вечером. Было 15 число, в 17:20 где-то приблизительно. Шел он отсюда, по лесенке спускался, а тут собак кормили женщины. Ну, естественно, ребенок есть ребенок. Он так раз к ним приблизился, собаки на него кинулись. Укусили, рваная рана. Порвали куртку, штаны, естественно. А что было после того, как вот на него напали? Куда он пошел? Он тут... на тренировку? Нет, он пошел на тренировку. Он растерялся, сначала здесь бегал, кричал. Естественно, бабушки не среагировали, чтобы ребенка не подпустить к собакам. Пришел, когда на тренировку, сказал тренеру. Тренер все среагировал, написал родителям, его забрали, повезли в травмпункт. Осмотрели рану, сказали, что делать, что нужно наблюдать за собаками, обрабатывать рану. Там, что нужно, прививки какие. Прививки от столбняка у нас есть, поэтому нам делать дополнительно не стали. Ну вот, как бы на этом все. В каком он состоянии был, он испуган был, во-первых. Во-первых, он не столько, как говорится, боль, наверное, уже среагировал на боль, как и на испуг больше. Единственное, что ребенок, он никогда не боялся собак, в принципе, любит животных. А теперь он их остерегается. Он говорит, я теперь один не пойду, хотя вот расстояние небольшое, он боится один пройти. Кудо, боевые искусства. Приезжали оперативники с милиции, или как правильно их называется, со следственного комитета приходили, звонили, приезжали. Вчера тоже составляли акт, проверяли, смотрели, какие собаки где здесь бегают. Фотографии взяли этих собак. Ну вот, там нужны какие-то документы, они обещали еще там что-то переслать и дополнительно все это оформить. Какое-то лечение вашему внуку? Лечение нас назначили, ну, делать вот эти примочки, все раны вот это обрабатывать антисептиками и антивоспалительными, противовоспалительными средствами. Пока так. Александр Иванович, просим вас рассмотреть эти вопросы, и чтобы как бы работала наша администрация с этим вопросом лучше, чем что-то у нас выполняется. У меня такое мнение, что у нас вообще ничего не выполняется по этому вопросу. Как бегали собаки, так и бегают. И жалоб уже было очень много. Собак очень много. У нас вот в школьном дворе собак очень много бегает. Вот в 106-я школа непосредственно, где внук учится. Здесь у нас вот на этом участке очень много собак. Это так как дома расселили, они здесь тоже, сами понимаете, брошенные. Это одно. Во-вторых, что меня волнует больше всего, вот они, наши жители, добренькие все такие, они им устраивают лежанки теплые, кормят. Их здесь кормят вот именно на проходе, где ходят дети. А сами понимаете, спортивная школа, вот эта вот секция, у нас по округу очень много детей сюда ходят.